Здравствуйте, меня зовут Мария. Мне 30 лет, у меня двое детей, замечательный муж. На марафоне я участвовала под ником Мася. Хочу вам рассказать, как я познакомилась с творчеством Ольги Валяевой. Первая встреча наша состоялась, когда я посмотрела видео «Общество БМ», в котором приходили девушки за советом, как развить свой бизнес, на что им Петр Осипов всем говорил: «Прочитайте Ольгу Валяеву не менее 30 раз». Мне, конечно же, стало интересно, кто такая Ольга Валяева. Я нашла в интернете ее сайт и с удовольствием начала читать ее статьи. После этого моя подруга рассказала мне о прекрасном марафоне, который она с удовольствием прошла и который изменил ее жизнь. Я решила также принять участие в данном марафоне. Как раз начинался новый поток. Я в него записалась и приняла участие. Хочу рассказать о тех ожиданиях, которые были у меня от этого марафона. На самом деле я в него пришла чисто из-за интереса, узнать какие-то новые знания, пообщаться с девочками, потому что в реальной жизни очень мало у меня этого общения. Но марафон дал мне намного больше. Я изменилась полностью, хочу сказать с уверенностью это. Я перестала есть мясо, у меня наладился режим питания, режим дня. Я перестала смотреть телевизор. Мои мысли стали чище. Я полностью, наверное, очистилась от негативных мыслей, простила многие обиды. Началась работа с моим родом, что мне очень нравится. Также хочу сказать, что все задания давались некоторые легко, некоторые тяжело, но все с удовольствием были мной пройдены. Хочу поблагодарить всех девочек, которые меня поддерживали на протяжении всего марафона, которые посылали мне лучики тепла, писали комментарии. Ваша поддержка мне была очень важна, потому что были моменты, когда я хотела завершить марафон, потому что у меня дети, мне было тяжело по времени. Но ваша поддержка, ваше внимание мне очень помогло. И хочу сказать тем, кто хочет изменить свою жизнь, хочет найти что-то новое, узнать новые знания, посмотреть на свою жизнь под другим углом. Кто хочет пойти верным путем, я всем вам советую пройти данный марафон, но я также хочу еще в дальнейшем пройти марафон общения с мужчинами, потому что мне стало интересно, читая отчеты девочек, потому что у нас были два параллельных потока. Вот. Я хочу вам всем пожелать дальнейшего процветания, успехов, счастья, любви, гармонии. И, конечно же, я желаю всем счастья.